Елена меня спрашивает: вот уже столько знаешь про похудание, сколько надо есть, сколько что не надо есть, уже и психологов читаешь. Это, видимо, последняя фаза. А вес и нынче там. В чем же таки подвох, и где гарантия, что работая с вами, вес реально уйдет? Значит, то, что вы что-то знаете про еду там, и так далее, психологи, это тоже, ну, как бы, что психологи, вам физиолог нужен, а не психолог. Вы к физиологу ходили? Сейчас вот я вас приглашаю. Вот. Психологи, они дают только психологическую картину всего происходящего. Психология – то, что вы осознаете. Физиологи – это те, кто говорят о том, как у вас устроены рефлексы, которые вызывают у вас то слюноотделение, то бурление в животе, то еще что-нибудь там и так далее. Мы работаем с организмом как таковым. Мы не, чтобы я вам начал что-нибудь уговаривать, делать там и так далее. Вообще не в жизнь. Я дико строгий. Вы даже не можете себе представить. Никого не буду уговаривать. Но я буду рассказывать, что вот и смотреть так хорошо, и это хорошо. И вы так сделаете и почувствуете на себе. Потому что самое главное – не знать. Самое главное – ощутить. Я не буду просить вас верить мне на слово. Это последнее, что. Вот я вообще просто, я нахожусь в состоянии, что вот можно мне вообще не верить. Вот. Важно сделать. Сделайте это, сделайте это. Там причем ничего сложного нету. Там никаких мы на голове стоять не будем. Я подумал, стоять на голове. Вот. Сложно есть. Но мы эту методику не будем использовать. Вот. Поэтому знаний недостаточно. Важна практика и изменение стереотипов пищевого поведения, которые включают вкусовые восприятия, которые включают объемы восприятия, которые включают, как бы сказать, ну, если по-физиологически говорить, по-научному, обстановочную афферентацию. То есть это те внешние факторы, которые влияют на то, что создают как бы, обстоятельства, при которых ваш мозг с большей вероятностью будет хотеть жрать. Вот. И та обстановочная афферентация, которая в обход вашего сознания создает обстоятельства, при которых вы не хотите есть. Вот, собственно говоря, мы этим будем пользоваться. Физиологи.